Так не бывает. Тут помню, тут не помню. Бывает. Я вот раз надрался, проснулся в милиции, ничего не помню. Ну, думаю. Да подожди ты. Вот не знаю, в последнее время на память стало зашибать. Ну, у всех что? У всех одно и то же. Ну, у меня, естественно, ему-то чего? Рано еще. Ну, серьезно, вот на память стало зашибать. И главное, смотрю на человека, вы где-то видались, да? Ну, черт, то ли жили в одном городе, то ли сидели вместе за одной партой. То ли я ему жизнь спас, то ли он мне в морду дал. Ну, с соседями по три раза здороваюсь. Вот иду по двору, сосед, ну, Феофанович, лысый, пробегает, кричит: «Фавка, когда $100 отдашь, уже год должен?» Я говорю: «Гражданин, а вы кто?» Он говорит: «Сволочь!» Я говорю: «А меня Вовка зовут». Вечером спать ложимся с женой. Слышь, я уже лег, значит, гляжу на нее. Оглядываюсь, смотрю, раздевается. Я говорю: «От девки наглые пошли». Она говорит: «Ты про каких девок?» Я говорю: «Про вас, девушка. Что это вы? Еще не познакомились, а уже в койку? И почем?» Она говорит: «Я-то тебе бесплатно досталась, а ты мне, гад, дорого обходишься. Где 300 рублей, что я в горшке из-под цветов закопала?» Я говорю: «С горшком, девушка, я вас вообще не помню». Теща утром как заорет: «Где часики на подоконнике лежали? Пропил алкаш проклятый?» Я говорю: «Гражданочка, извините, мы с вами на кладбище и не встречались. А в морге рядом не лежали? Что-то пятки ваши мне знакомые очень». Не, ну, дурдом. Нет, все бы хорошо, понимаешь? Но они же меня по врачам затаскали. Я же не помню ничего. Врачи-то разные, есть же тоже с придурью. Взяли мне, прописали это потрясение, я ж не знал. Иду по коридору утром, в туалет, вдруг сзади теща сковородой по башке, как даст. Я только ей сдачу, она мне раз — справку. Потрясение 3 раза в день перед едой сковородой. Ночью сплю, жена по морде, как даст. Я говорю: «Ты что?» Она говорит: «Знаю, гад, кто тебе снится». Я говорю: «Ты что, Лена, Вера, Настя, Антонина Петровна, какие деньги?» Не, а спас случай. Спас случай. С ребятами на троих сообразили. Бутылет взяли, а закусь, ну, в этой киоске. Какие-то такие штучки, продолговатые, с веревочками. Не, я тоже думал сначала, реклама ж полно. Думаю, может, из папируса. Вот. Оказывается, нет, эти петарды. Ну, мы выпили по стакану. Ребята закусили, и дурачки же веревку дернули. Ну, их зубопротезом повезли. А я голодный был, проглотил полностью. Меня когда на рентген притащили, врач глянул, как заорет: «Ложись, минера вызывай!» А я как вспомнил: Феофанович минером работает, сосед наш. Феофановича привезут, он же у меня разминирует в трусах, $100 уже год заминировано. Я говорю: «Доктор, по-моему, память вернулась». И действительно, черт, то ли от стресса, граждане. И память вернулась ко мне, память вернулась. И главное, вот помню человека, которому должен. Вот вспомнился уже, то помню, вот вижу, должен. Так другая беда, граждане. Слух исчез. Вот помню человека, которому должен, а сколько должен? Не слышал, хоть убей.